Областной дом ребенка, санаторный дом детства, дети из многодетных, студенческих и малообеспеченных семей. Все это адресаты, которые в эти дни получают долгожданные подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Сегодня гостей принимают в областном фтизиатрическом санатории. Где наша Кристиночка? Здравствуй, дорогая. Сколько тебе годиков, Кристиночка? Два. Два годика? Да? А ты откуда приехала сюда? Скажи, пожалуйста, нам. Из дома. Ну вот ты вот с ребятами будешь играть, да? Вот собирать здесь все, что нужно для дома. Договорились? На, держи. В детском отделении сейчас проходит лечение 128 ребятишек со всей области в возрасте от 2 до 7 лет. Те, что постарше, свои пожелания записывали сами. Малышне помогали сотрудники санатория. Мы большой нужды сейчас не испытываем, да, но тем не менее некоторые вещи, да, мы не можем себе позволить. В частности, вот видите, какое большое количество игрушек для детей, да, а возраст детей от 2 до 7 лет, именно этот возраст, когда, дети нуждаются в игрушках, да, а мы не всегда можем себе позволить. Невозможно равнодушно наблюдать за тем, как трепетно ждут детки подарки от Деда Мороза и Снегурочки. И с каким восторгом, наконец, их получают. А затем, буквально ничего не видя на своем пути, расходятся по группам. Много спонсоров, много добрых людей нас поддержали. И вот сегодня мы осуществили мечту ребенка, вручили им тот подарок, который они ждут. Я искренне хочу поблагодарить актив нашего Совета женщин области. Особенно педагогический колледж, который огромную оказывает поддержку. И сегодня Дедушка Мороз, Снегурочка и те праздники, которые мы принесли в это учреждение, это студенты этого учреждения. Всю эту неделю будут проходить благотворительные елки и вручение заказов, адресованных Деду Морозу. Взрослые очень-очень постарались, чтобы в очередной раз подарить всем детям Рождество. Спасибо! Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.